двигатель 6.0 бензиновый, 150 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Полный привод. Машина 1976 года выпуска. Начало. Начало пути всегда интересно, у тебя есть машина, но через несколько часов от нее груда металла. ЗИЛ-131. Машина, как я уже сказал, была разобрана, шла дефектовка всех узлов, с заменой РТ. Окраска кабины, рамы и мелочевки. Работы по машине, сборка.
Ну вот и все. Первый выезд. Цель выезда одна – проверить то, что нельзя проверить в статистике. Первое, что регулировали, это тормоза. Они по-разному схватывали, и машину из-за этого вело юзом, к концу поездки все исправили. Нашел и заказал болтовые диски. Первая сотка. Первый официальный показ состоялся в рамках спортивного праздника московской полиции. Что можно сказать, вроде замечаний не было, но я и сам знаю, что еще предстоит доделать. Восьмого мая – мой семейный праздник. В этот день пришлось поездить на ЗИЛ-131, машина супер. Но тугая пока, пробег к концу дня по спидометру всего 308 километров. В кузове стояла система ЗСВС мощностью 500 Вт, это было достаточно, чтобы все в Москве слышали пограничные песни. В кузове стоял пограничный столб. Важнейший элемент государственной границы России. Сейчас он выглядит так.